пойму. Мяч, спокойно, мяч летит в руки, ты его поймать не можешь. Спрятать волнение молодым баскетболистам удается с трудом, ведь уровень турнира достаточно высокий. В четверг в Нефтегорске прошли матчи школьной баскетбольной лиги КСБаскет среди юношей дивизиона «Восток». Участвовали команды, представляющие 6 муниципальных районов. Вперед, звезда! Для района и для спортшколы это тоже очень значимо, потому что соревнования достаточно хорошего уровня. КСБаскет – это вообще всероссийский проект, которому уделяется особое внимание. Классный проект, замечательная атмосфера. И я уверен, что сегодня за моей спиной тут уже играют ребята, будет просто огненная борьба. Эмоции и правда кипели. Команды старались порадовать своих наставников, а заодно и выйти из группы. На предварительной стадии 6 коллективов были разбиты на 2 тройки. Нефтегорские парни выступали вместе с командами из Камышлы и Борского. Очень здорово, что мы принимаем этот этап дивизионов КСБаскета. Свои стены они помогают всегда. Поэтому я надеюсь, что наши ребята сегодня покажут при поддержке родных стен замечательный результат. Первый матч против сверстников из Камышлинского района. Соперник неуступчивый, бился до конца. Нервы потратили и наши игроки, и наставник. В защите двигаемся. Провожать игрока. Команда школьная. Ожидание от соревнований – выйти в тройку. Самое главное, потому что ребята тренируются всего один год. В итоге с перевесом в несколько очков победа досталась нефтегорским баскетболистам. Первая игра, можно сказать, была разминочная. Мы там немножко проиграли, немножко потупили в каких-то моментах, но в итоге забрали свое. Ребята, игрового опыта мало, поэтому немножечко трудненько выиграли, можно сказать. А так дальше будем надеяться, что с опытом придет и игра. Переиграв Борское во втором матче, нефтегорцы с первого места вышли в финал, где их уже ожидали сверстники из Волжского района. В решающем матче, увы, сильнее оказались волжане. Но второе место – это также более чем достойный результат. Ведь самоотверженной игрой ребята показали, что будущее у нефтегорского баскетбола есть.